Стартап FinMap має на меті не тільки швидко масштабувати бізнес, але й розвивати фінансову грамотність. Что мы делаем? Мы помогаем предпринимателям считать деньги. То есть FinMap — это платформа, которая помогает просто, удобно, понятно понимать, на чем ты зарабатываешь, где вообще твои деньги находятся, кто тебе должен, кому ты должен, помогает избегать кассовых разрывов и просто помогает тем, кто не хочет париться с учетом денег, настроить это удобно и правильно. Тому 1991 вже не вперше зустрічається з кофаундерами Олександром та Іваном і дізнається поради для молодих стартапів щодо тонкощів роботи з грошима. У цьому випуску ми покажемо, як зустрічались з Олександром Соловйом за декілька днів до війни, де Саша розповідав про справи у компанії та залучення інвестиції. А у другій частині відео співзасновник розкаже, як стартап проходить сьогоденні стресові часи. Саша, привет! Привет! Очень рада тебя видеть на канале 1991. Рада, что ты не боишься и готов делиться со стартапами начинающими своим опытом, вашим опытом с Иваном. Хочу спросить у тебя вообще, в каком году вы начали с Ваней конкретно заниматься тем, чем сейчас занимаетесь? Ну, по сути, это было, ну, так что прям совсем плотно начали заниматься, это вот где-то середина 2018 года. То есть изначально вообще первые какие-то планы того, что должно произойти, появились у Вани вот еще 1 января 2018 года. Вот, а соответственно, так, чтобы мы смогли же вместе сфокусироваться, это уже было ближе вот там к середине 2018. Если смотреть на сухую теорию, то, конечно же, всем кофаундерам на ранних стадиях, до того, когда они еще там зарегистрировали юрлицо, взяли там первые какие-то деньги у кого-нибудь, им, соответственно, советуют как-то закрепить взаимоотношения на бумаге. Было ли у вас что-то такое? Советуешь ли практиковать такое? Да, вопрос классный. Действительно, это у нас было с первого дня нашего сотрудничества. Именно сотрудничество уже в ключе текущей нашей деятельности компании FinMap. Очень важно на берегу в самом начале обо всем договориться. То есть первое, что очень важно, должен быть матч культурный и матч как бы ценностей. Но это уже как бы было и так понятно, потому что мы дружили, путешествовали, было очень много общих как бы интересов. Очень важно, чтобы каждый отдавал, во-первых, себе отчет, а во-вторых, еще мог это нормально артикулировать, а зачем он этим занимается. То есть для чего ему заниматься этой деятельностью, которой он собирается заниматься. Соответственно, мы, конечно же, на бумаге сразу же с первого дня нашего сотрудничества договорились и подписали это между друг другом, зачем нам вообще то, что мы делаем. Что мы делаем в случае того, если там кто-то из нас захочет этим не заниматься, или если что-нибудь с каждым из нас случится. Это супер важно, потому что когда на бумаге каждый пишет о том, зачем это, тогда сразу же становится понятно, потому что в дальнейшем, ну просто в самом начале, эгегей, все весело, круто, там и все получится. А через время, когда меняются какие-то взгляды, люди трансформируются в принципе, то очень важно понимать, с чего ты стартовал, чтобы не было такого момента, что один понял так, а другой понял так. Потому что когда становятся моменты дальше, ну допустим, банальный пример, там не в нашем бизнесе, но просто очень характерный. Например, там собственники детского садика, ну допустим, двое собственников. Один хочет как бы развить этого всего, и там супер долгосрочная перспектива, а другое хочет, например, просто зарабатывать деньги здесь и сейчас. И вопрос о том, посадить ли во дворе туи перед детским садиком, может стать краеугольным, потому что тот, который хочет там это навсегда сделать и детям этот бизнес передать, конечно же, будет развивать инфраструктуру вокруг и так далее, это все затраты. А тот, кто просто этим занимается ради денег, конечно же, он этой идеи не поддержит. И такая мелкая вещь может, ну, очень сильно разрушить отношения. Поэтому очень важно понимать, зачем это делать. То есть это вот тот процесс, за который точно можно без спешки поднять деньги. Но вопрос в том больше выстраивания отношений с теми, с кем ты собираешься это делать. Потому что просто так никто с бухты-барахты не будет инвестировать в твою компанию, не зная тебя, не зная твой какой-то трекшн, не зная тебя как человека. Поэтому полгода дается в том числе на то, чтобы выстроить доверие с инвестором потенциальным. То есть для того, чтобы отправлять какие-то апдейты, для того, чтобы показывать, что вот у нас планы были такие-то, мы сделали такое-то. Вот, поэтому нужно закладывать время, нужно понимать то, что фандрейзинг — это практически фулл-тайм работа одного из сооснователей. Это очень много операционных задач, очень много того, что нужно сделать. Много переговоров, действительно, потому что не нужно думать, что там... Ну, мы когда закрывали первый раунд, у нас в воронке общения с инвесторами было около 50
разных потоков общения. То есть это достаточно серьезная нагрузка, кроме там основного еще бизнеса. А как готовиться заранее? Ну, мы, по-моему, месяца за 4, наверное, начали этот процесс. Ну, и он все оттягивался, пока мы не сделали там перечень базовых каких-то юридических моментов, и потом еще доделывали. Но это уже были условия инвестиций. Хорошо. У меня вопрос следующий. Сколько было... Времени вашему бизнесу? Да, времени вашему бизнесу на тот момент, когда вы начали, приступили к построению этой фандрейзинговой кампании. Угу. Ну, по сути, сколько? Вот если мы, ну, прям так, чтобы мы вот вообще разобрались, что такое венчурный бизнес и как это все устроено, и что нам действительно, мы можем масштабироваться за счет привлечения инвестиций внешних, это вот как раз конец 2019 года, как раз когда мы закончили 500 стартапс. Потому что там нам хотя бы рассказали, как это все устроено и как это работает. Потому что до этого мы были условно обычным операционно-прибыльным бизнесом. То есть мы, поскольку мы начинали на свои деньги, потом получили еще грант от USF, то у нас какое-никакое топливо оно было. Ну, плюс, конечно, у нас уже был работающий продукт, и у нас уже было, ну, были уже реальные клиенты, была какая-то с них выручка, и кое-как мы на плаву держались. И мы так, собственно, и планировали делать дальше, потому что мы из обычных бизнесов, условно, до. И поэтому с венчурными моделями, ну, я, по крайней мере, совсем не сталкивался, а Ваня чуть больше сталкивался, потому что он еще кофаундер в стартапе Pix Backpack. Вот, возможно, даже, может, где-то вот у вас видео есть с ним об этом. Да, есть, конечно. Вот, да. Как мы готовились к кампейну нашему фандрейзинговому? То есть тут две линии. Конечно же, первая — это финансовая модель, потому что нужно четко понимать, зачем тебе эти деньги, куда ты их будешь использовать, во-первых, для твоего собственного понимания, во-вторых, для понимания инвестора, потому что, ну, он же тоже не будет просто так отдавать деньги. Часто все думают, что инвестиции нужно привлечь, чтобы позакрывать какие-то существующие долги и дырки. Ну, типа, это вообще неправильно, так оно не работает. Поэтому, конечно, финансовая модель — это первая, это такая домашняя работа, которую нужно делать, чтобы для себя ответить на вопрос, а сколько вообще нужно денег. Ну, чтобы было понятно, куда их тратить. Второе — это, конечно же, выбор инвесторов, с кем ты хочешь идти дальше, потому что это же не самое, то есть деньги — это супер важно, потому что это является топливом для бизнеса, но точно так же очень важно сам по себе инвестор, то есть вот все говорят такое слово smart money, вот можно его расшифровать как бы чуть подробнее, то есть в нашем случае мы искали очень сильных партнеров, с кем мы можем работать вместе, которые нам могут помочь в тех или иных отраслях, имея свой нетворк, имея там какие-то выходы в другие страны, имея просто свой какой-то опыт, просто жизненный опыт даже свой. То есть, соответственно, мы искали не просто инвестора, который даст деньги, мы искали надежного партнера, с кем нам будет, ну, как бы безопасно и надежно развивать то, что мы развиваем, с кем можно посоветоваться и кто тоже заинтересован в том, чтобы мы росли. Поэтому это тоже супер важный поинт, как такая вторая составляющая компании фандрейза. На что вы брали у них деньги? Выставляли ли они вам какие-то KPI? Конечно, как я уже говорил, финансовая модель прежде всего. То есть в нашем SaaS-бизнесе самый, как бы, такой ключевой показатель — это MRR. Это Monthly Recurring Revenue. То есть это как бы та цифра, которая, это как бы та сумма денег, которая в возвращаемых платежах приходит тебе от пользователей ежемесячно. Вот, это самый, ну, один, ну, конечно, там еще есть огромный ряд других показателей, ну, вообще, в принципе, SaaS-бизнес — это очень сложный бизнес с точки зрения метрик, потому что, ну, это огромный дэшборд, и все должно работать вот в очень хорошем тандеме с точки зрения метрик бизнеса, потому что иначе эта система не будет работать. Вот. Но одна из самых главных — это вот это. Соответственно, конечно, да, у нас есть определенные коммитменты, которые мы сделали, и определенные KPI, которых мы должны достичь. Это определенный уровень MRR и определенный процент клиентов из, ну, скажем так, мы это называем non-Russian speaking markets. То есть из стран, которые там, допустим, Центральная Европа или Восточная Европа, как в нашем случае. Короче, есть два конкретных коммитмента. Определенный MRR и определенное количество в процентном соотношении клиентов из европейских стран. Хорошо. Эти коммитменты у вас были в первом раунде или во втором раунде? Нет, это сейчас, в текущем раунде. Да, то есть, ну, в каждом раунде мы берем эти, ну, мы брали деньги под определенные конкретные задачи. Допустим, ну, например, что можно сказать про прошлый раунд, потому что мы уже взяли эти деньги и сделали абсолютно все то, что мы планировали сделать. То есть, что мы хотели сделать? Мы хотели, во-первых, масштабировать команду для того, чтобы мы могли в единицу времени производить гораздо больше результата. Второе, что нам нужно было сделать, мы хотели переписать полностью продукт, сделать его гораздо более простым
и вложить много денег в маркетинг для того, чтобы как бы рассказать про наш продукт миру и, соответственно, привлечь большее количество клиентов и построить процессы, которые мы могли бы дальше масштабировать уже за счет следующего раунда. И что, собственно, мы и сделали за этот год. То есть мы выросли по команде в 8 раз. У нас было изначально 8 человек, сейчас стало почти 60. Мы в 6 раз увеличили retention в продукте за счет того, что мы его переписали, и за счет того, что мы сделали массу, огромную массу манипуляций внутри для упрощения вообще жизни пользователя. И, конечно же, мы вложили в маркетинг, сделали очень много новых воронок, мы сделали, ну, не то чтобы ребрендинг, но мы как бы как-то более структурировались в нашей коммуникации. Мы лучше поняли нашего клиента и лучше начали коммуницировать с ним про его же боли, для того, чтобы ему было понятнее, для чего наш продукт нужен. Вот. И теперь, собственно, привлекли еще один раунд для того, чтобы уже все эти успехи масштабировать на разные страны. С первого раунда были фонды, конечно, правильно? Да. Давай да. поговорим про них. Первый наш раунд прошел с, в том числе, кроме ангелов, еще три фонда. Первый — это Bryce Capital. Это украинская инвестиционная компания, по-моему, они так вот в дескрипторе называют. Ну, короче, венчурный фонд украинский Bryce Capital. Они сейчас достаточно большая активность по украинскому рынку и, соответственно, ну, такие очень-очень классные, очень опытные ребята. Саша Яценко, привет, если ты смотришь нас. Вот, они колоссальную помощь нам сделали, колоссальный value, поделились огромным количеством опыта. Ну и в целом они были нашим лид-инвестором в этом раунде. Потом Sigma Software, у них на тот момент был фонд, он, по-моему, сейчас есть, просто они его переименовали и чуть переделали, это Inspirium Labs, сейчас у них есть еще SID фонд, чуть-чуть по другому принципу работает. И Startup Wise Guys, это европейский акселератор, и они к нам тоже зашли как инвестфонд. Во втором раунде мы очень хотели, чтобы у нас был как минимум один фонд либо из Европы, либо из Америки. То есть, чтобы это был уже полностью вот сугубо европейский или сугубо американский фонд. Вот. Мы с очень многими вели переговоры, и в итоге мы договорились с Presta Ventures. Это из Чехии, достаточно знаменитый фонд. Вот. И в том числе к нам зашел еще Sturgeon Capital. Это фонд из Британии. И все остальные, кто были с нами, они сделали свои follow-on. То есть они продолжили как бы инвестировать в нас. Это, кстати, тоже, вот, ну, возможно, кому-то этот совет пригодится, что когда вы выбираете партнеров, ну, фонды, с которыми вы будете сотрудничать, то в том числе нужно смотреть на то, а смогут ли они с вами пойти дальше вот, в следующих ваших раундах. Это тоже достаточно важно. Хорошо, тогда... Давай посмотрим, какая разница между подготовкой, не знаю, к сделке с бизнес-ангелом и подготовкой к сделке с фондом. В чем разница, чего стоит ожидать, чего не стоит ожидать? Угу. Я думаю, что разницы глобально никакой, потому что механизмы одни и те же, правовое поле одно и то же. Возможно, иногда, ну да, возможно, разница будет там в чеке, который могут дать фонды и могут дать ангелы. То есть тут часто, как бы чаще всего тут большая разница. Вот, потому что ангелы, по сути, инвестируют или какой-то излишек денег, или, например, как у них там стратегия инвестировать в 10 разных компаний, и какая выживет, такая выживет, условно. У всех свои очень разные как бы способы принятия решений. Но, конечно, радикальное отличие фонда от ангела, конечно, в чеке. Точно есть планы, наверное, рейзить еще? Вы планируете в этом году? Да, конечно, планируем, да. Поэтому мы сейчас активно работаем над тем, чтобы пробовать те или иные географии, потому что, во-первых, это идет накопление опыта внутри команды, прежде всего, потому что, ну, мы еще экспансию в таком виде, в котором мы сейчас делаем, еще ни разу не делали. Поэтому мы сейчас вот заходим в географии там, где уже есть наши клиенты. Плюс есть еще огромный перечень показателей, по которым мы выбираем страны. И наша задача сейчас как раз сфокусироваться на том, чтобы получить уверенные результаты там в Польше, в Чехии, в Турции, например. Мы там делаем некоторые тесты. И еще в ряде других стран, которые даже местами интереснее, чем вот текущая, которую я назвал, для того, чтобы уже потом брать следующий раунд и масштабировать уже этот успех там. То есть, грубо говоря, то, что мы сделали вот за счет предыдущего раунда, когда мы масштабировали наш успех в Украине и сделали более уверенные метрики и как бы такие действительно твердые результаты, на которые можно опереться. И теперь наша задача — экспансия и, как бы, будучи уже международной компанией, расти в другие рынки. Угу. Ну, и так я понимаю, что фандрейзинговая стратегия, которая будет в ближайшее время
создана или вы уже над ней работаете, она будет пересекаться с этими планами, правильно? Да, абсолютно, напрямую, конечно. То есть мы даже вот с теми фондами, с которыми мы начали как бы, работать в текущем раунде, как раз как бы были нацелены на то, чтобы они нам в том числе помогли с экспансией. То есть потому что ну, там даже Чехия, имея чешский венчурный фонд, ну как бы понятное дело, что мы будем заходить в Чехию в том числе. Вот и у нас уже были оттуда клиенты тоже. По сути, фандрейзинговая стратегия как бы радикально ничем не будет отличаться. Нужно за полгода приблизительно начинать общение уже с потенциальными инвесторами следующего раунда, рассказывать им про свою компанию, показывать ежемесячные результаты, то есть как бы слать какие-то апдейты для того, чтобы они, ну, грубо говоря, быть у них на радарах, чтобы к тому моменту, когда уже нужно будет привлекать следующий раунд, чтобы не было такого, что типа «здрасте, дайте денег», вот, а что мы уже давно общаемся, уже как бы они знают нашу компанию хорошо, и уже это как логическое продолжение наших отношений, инвестиция в нас. Не закладываю пятилетние планы из-за того, что, во-первых, мы мыслим гораздо более короткими отрезками. Ну, то есть, конечно же, это глобальная экспансия. То есть, ну, иного варианта нет. То есть, 5 лет говорить очень сложно просто ввиду того, что слишком все динамично меняется. Даже отрасль очень сильно меняется наша. Она трансформируется буквально там из года в год. То есть, вот даже буквально там вот 2 года назад еще не существовало такой вертикали, как cash flow management tools. А сейчас она бы прям отдельно отщипнулась от всего финтека. То есть она в вертикали финтека находится, но прям стала отдельной вообще, ну, как бы вертикалью. И это круто. Вот, конечно же, экспансия. Наша главная задача сейчас — это становиться номер один в тех географиях, в которых мы заходим. Вот и все. И, соответственно, это как бы логичное продолжение шагать по миру и заниматься, как бы, повышать финансовую грамотность и помогать предпринимателям считать деньги и от этого делать свой бизнес более стабильным и зарабатывать себе деньги. 1 червня 2022 року провідна DealFlow-платформа Westby опублікувала звіт з інвестицій у стартапи Центральної та Східної Європи. Стартап FinMap увійшов у топ-50, з чим вітаємо команду. Ну, по-перше, сама компанія для нас – це рідні, тому я не виокремлював цей процес, і ми з Іваном, з моїм кофаундером разом саме тим і займалися, що окрім того, що убезпечували що себе, що наші сім'ї, так і одночасно і всю нашу команду, бо команда достатньо велика, 60 людей, і нам потрібно було впевнитися, що всі або прямують до якогось більш безпечного місця або вже перебувають у безпечному місці, і тому ми і шукали трансфери, і когось самі перевозили, і шукали місця для ночівлі. Тобто, ну, це все було таким одним єдиним потоком. Що стало міцним бекграундом? Ну, я думаю, що, по-перше, ну, звичайно, до такого стресу підготуватися дуже важко, але, принаймні, вже був якийсь попередній план. Тобто, принаймні, ми розуміли, що може щось таке бути. Ми вже кілька зізвонів зробили зі всією командою і проговорили, що, ну, взагалі, які можуть бути рухи в бізнесі, що взагалі буде відбуватися. Ось, але який бекграунд? Ну, я думаю, що, мабуть, перше, це підготовка, принаймні, хоч якась моральна. А друге, це дуже повезло, що, ну, в якомусь сенсі дуже повезло, що Іван, мій кофаундер, він дуже цікавиться взагалі геополітикою і, в принципі, всіма тими подіями, що сталися. І ще задовго до цих подій ми вже плюс-мінус були, ну, тобто ми хоч якось розуміли, що буде відбуватися, і тому готувалися. А по-третє, це все ж таки, ну, коли ти підприємець в Україні, і принаймні я вже підприємець більше ніж 10 років, і в мене вже досвіду, ну, дуже різних стресів в бізнесі було. Ну, звичайно, що такого масштабу ні в кого не було, але 14-й рік, ковід, взагалі весь час побудови бізнесу, це, ну, м'яко кажучи, стресово, тому вже, ну, хоч якийсь досвід цьому, але був. По-перше, у перші там дні, ну і навіть перші тижні не зрозуміло було абсолютно нічого, і для того, щоб було якесь розуміння, як взагалі діяти, від чого відштовхуватися, перше, що ми, ну, і не те, що перше, а взагалі те, від чого ми відштовхувалися, це, по-перше, що неважливо, будуть працювати люди, не будуть працювати люди в плані всередині нашої компанії, все одно всі отримують зарплатню. Це для того, щоб було в них менше стресу і щоб можна було хоч якось там діяти, щоб хоча б принаймні про це не потрібно було б думати. А друге, це найголовніше, забезпечити свою безпеку і безпеку своїх близьких. Я маю на увазі, що ми всім в компанії сказали, що це зараз найважливіше і найголовніше.
А потім вже почали, вже десь починаючи тижня з третього, поступово плавненько робити перші робочі зідзвони і вже взагалі починати розуміти, на якому світі ми взагалі знаходимося і що треба далі робити. Щодо подальших кроків, то в принципі, у якому сенсі ми в принципі продовжили робити все те саме, що ми і робили до цього. Бо ми зрозуміли, ну і розуміли, що Україна не має бути нашим основним ринком з точки зору ну, продажів нашого продукту, але оскільки це наш, ми це називаємо domestic market, то ми тут, звичайно, були найрозвиненіші, бо і багато років вже цим займаємося, і нашу компанію достатньо добре знають. Але все одно вектор на експансію, і ми вже і до цього працювали над зарубіжними ринками. А з початком повномасштабної війни ми взагалі почали активно працювати по Польщі, Чехії, Туреччині і Іспанії. І далі також тестувати різні ринки. А що відбувається зараз? В принципі, вже всі звикли. Так чи інакше до того, що відбувається, ми повністю ремоут-команда, тому в нас не було такої, можливо, проблеми, як в інших бізнесах, що там був якийсь фізичний офіс, який потрібно було кудись перевозити, а ну, навіть зараз наші люди повиїжджали і до різних країн, і до різних міст, і, в принципі, продовжують працювати так само, як і працювали до, повністю віддалено. Це вже кожен собі окремо організовує зручне для нього робоче місце і продовжує працювати. А щодо інших взагалі способів функціонування бізнесу, то дуже багато перелаштувань всередині, тому що, звичайно, що ми втратили суттєву долю ринку українського по зрозумілим причинам. Проте дуже цікаво, що дуже багато клієнтів з одного боку відвалилися, а з іншого боку, коли президент сказав, що бізнеси, якщо ви можете, починайте працювати, якщо ви можете робити якісь нові бізнеси, також це робіть. І, в принципі, от від того моменту ми відчуваємо повернення наших клієнтів, бо ми працюємо саме з малим бізнесом. І мені це і подобається саме у малому підприємництві, що підприємець, він завжди підприємець. Тобто він був у одному місці, робив щось одне, приїхав в інше місце, зорієнтувався і почав щось зовсім інше робити, але все одно йому потрібно так чи інакше, що в тому бізнесі облік фінансів, що в цьому. І тому це мені дуже подобається, і ринок України зараз також зростає для нас. Тобто це також дуже гарно, ну, у сенсі, наприклад, там, нашого бізнесу і взагалі бізнес-клімату, що підприємці так чи інакше продовжують працювати. Команда, в принципі, почуває себе достатньо нормально. Тобто, звичайно, особливо з самого початку ми намагалися максимально плавно і поступово входити в роботу, щоб не було ще додаткового стресу. Але зараз, ну, звичайно, ми ростемо, а коли компанія росте, це завжди супроводжується і великим стресом, і великим хаосом. Тобто, ну, завжди у швидкоростучих компаніях десь 51% хаосу і 49% структурованості. Ну, принаймні, на даний момент саме з бізнес-процесів, я думаю, що взагалі операційне злагодження роботи. Що я маю на увазі? Тобто зараз із-за того, що і частина команди мобілізована, частина команди ну, переорієнтована всередині самої команди на інші ролі. Ми в пошуку ще нових співробітників. Тобто, коли організм всередині команди сталий, то є база для того, щоб ці процеси почали вибудовуватися якимось органічним чином. А зараз, поки такого нема, багато нових людей, багато змін. І мабуть, саме от загальна операційна структурованість – оце те, що трошки страдає. Який з найважливіших планів зламала війна? Я думаю, що та швидкість зростання, яку ми планували саме за рахунок і експансії, і українського ринку, оце трошечки змінилося. Тобто нам в моменті потрібно було переорієнтуватися, бо в нас був чіткий план певної кількості клієнтів і певної кількості грошей, які ми маємо заробляти в Україні, і певної кількості клієнтів і певної кількості грошей, які ми маємо заробляти за кордоном. І ми рухалися всередині цього плану, але, на жаль, це все зламалося і потрібно було сильно переорієнтовуватися і витрачати сильно більше бюджети, аніж ми планували, бо взагалі реклама і просування, позиціонування нового продукту на новому ринку – це завжди складніше. Звичайно, мій кофаундер Іван Каунов, він зараз в ЗСУ і він був в дуже гарячих точках. Ми і командою, і групою друзів весь час працюємо над забезпеченням, тобто частина робить фандрейз, частина робить закупівлі, частина робить логістику, тобто десь людей 15 працює на те, щоб забезпечувати його та його роту всім необхідним: автомобілі, дрони,
прилади нічного бачення, тепловізори. Тобто багатенна купа всього, що ми робимо і продовжуємо робити задля загального, задля загальної перемоги, тобто по всім фронтам. І по фронту військовому, і по фронту економічному. Ну, насправді, для швидкості, для прозорості, і для максимальної ефективності ми завжди самі збирали кошти і самі же їми розпоряджувалися і надсилали. Ну, саме надсилали вже в вигляді фізичної допомоги приладами, одягом і всім, чим ми допомагаємо. Тобто, конкретних організацій я не пораджу, бо ми самі є, по суті, сама собі організація у сенсі волонтерки. Тому, якщо хочете доєднатися до нас, ось підписуйтесь на наші соцмережі, що я як підприємець, що ми як бізнес Фінмап, що моя дружина як великий блогер. Ми постійно робимо різні збори, різні донати і взагалі максимально це все підсвічуємо для того, щоб люди розуміли, коли і куди можна допомагати. Тобто, можливо, можна зробити так. Ну, звичайно, зараз планувати дуже складно і в залежності від тієї ситуації і місця, де ви фізично знаходитесь та де ви морально знаходитесь. Це дуже важливо. Тобто я тут не буду точно радити нічого персонального, розкажу, як це в мене відбувається. Звичайно, від самого початку, ну там планування було, там, не знаю, на годину вперед, максимум було взагалі нічого не зрозуміло. Потім цей шлях, ну тобто цей термін збільшувався. Принаймні зараз планування в бізнесі це десь 2-3 місяці вперед, бо все одно є зобов'язання, є плани, є величезна команда, є купа речей, які ми маємо робити, а речі достатньо складні. Тому їх в один крок зробити неможливо, тому це завжди великі проекти, їх потрібно декомпозувати і потім розкладати вже на маленькі задачі і їх робити. А для цього потрібен зазор в часі. Тому в бізнесі зараз планування десь 2-3 місяці. Що саме в планах? В планах зібрати або навіть, так скажемо, структурувати команду, та, яка в нас зараз є, бо є багато речей, де я бачу, що ми можемо працювати ефективніше, і ми над цим працюємо. І, звичайно, експансія, тому що для нашої компанії, ну і для нашої країни дуже корисно саме те, що ми знаходимося максимально майже всі в Україні, зарплатні виплачуємо в Україні, і команда в 60 людей здатна залучати і міжнародні інвестиції, і прибуток з міжнародних ринків, і ці кошти витрачати у вигляді податків та у вигляді взагалі покупок всередині країни. Тому ми працюємо над цим важливим кроком. Будуємо міжнародну компанію, великий міжнародний продукт на багато ринків. До речі, зараз ми от нещодавно підняли статистику, більше ніж в 50 країнах зараз знаходяться наші клієнти. Тобто це дуже, принаймні, цікава цифра, яку ми хочемо збільшувати, і як кількість країн, так і кількість клієнтів в кожній країні, бо це допомагає у кінечному кінці і економіці, і людям, і нашій компанії. Дуже проста порада – навчатися. Зараз дуже гарний час для навчання і будувати продукти одразу на глобальні ринки. У Україні зараз є всі можливості для того, щоб це робити. Шалена підтримка за кордоном, величезна купа різних програм, за допомогою яких можна і навчатися, і отримувати фінансування, і взагалі робити продукти. І зараз, в принципі, тільки підприємницьке мислення може вам допомогти в розумінні того, які зараз є потреби, або що можна зараз робити корисного, і взагалі які нові продукти придумувати. Або взагалі не нові продукти, не обов'язково щось там нове вигадувати. Просто можна щось, що працює погано, покращити. Ось якось так. Слава Україні! Героям слава!